Я с вами не соглашусь, если позволите, несколько комментариев скажу. Ну, во-первых, вы видели нашу короткую пресс-конференцию здесь, изучит фамилия, не разделяя и Курбатова, и Маслова. Сказано есть красиво, правильно. Два ответственных лица на этой территории, на которых я опираюсь. И всех жителей я ориентирую. Удобно подходить к Маслову, решайте вопросы с Масловым. Удобно подходить к Курбатову, подходите к Курбатову. Но мы взяли на себя обязательства по всему городу. И из объективных причин сюда, в авиагородок, мы не пришли ни в апреле, ни в мае, потому что надо было навести порядок на Новом Мелитополе. Там более катастрофическая ситуация. Сегодня, когда мы заходим, мы подтягиваем те заявки и обращения, в комплексе сразу же закрываем вопрос. Возможно, в этом есть какое-то невыполнение, потому что перебросить технику, да, там, ресурсы, материалы из одного участка города в другой достаточно сложно. Но я, как и вы, не разделяю город на политические партии. Партии приходят, уходят, лозунги меняются, партийные лидеры куда-то исчезают. А нам с вами жить на этой территории. Так точно. И я бы хотел, приезжая и на Новый Мелитополь, да, и на авиагородок, да, там, слышать хотя бы скромные слова благодарности о совместной работе местного головы и депутатского корпуса. Тут я думаю, что мы с вами найдем понимание. Политика, высокая политика, геополитика, она достаточно далеко. Город Мелитополь – маленький уездный региональный городок. И о политике как таковой говорить нечего. Мы мало в ней разбираемся. А вопросы наши, хозяйственные, социальные вопросы, которые назрели десятилетиями, требуют совместного решения и участия. И надо делить на партии. Еще раз повторяю, у меня два ответственных лица по этой территории. Есть Курбатов, есть Маслов, на которых я опираюсь в работе. И приезжая всегда на протяжении всей своей работы в управлении города, я видел, наблюдал и ориентировал жителей на этих людей. С Курбатовым мы вместе построили памятник авиаторам. У вас во фракции 4 депутата, в городском совете их 42. Поверьте, если сравнить, сколько мистский голова выполнил заявок от Курбатова, там, от Маслова, сколько раз назвал их фамилии, по сравнению с другими депутатами, то там дискриминация гораздо больше. Есть депутаты, которых я, к сожалению, на территории не вижу. А мы распределились по округам, да. Я приезжаю, задаю вопрос жителям Нового Мелитополя. Знаете вы своих депутатов? Видели вы их хоть раз? Слышали о них что-то? Были у них на приеме? И таких фамилий жители не знают. А фамилия Маслова и Курбатова, она у нас на